Ворота безопасности для детей, safety gate, закрываются легким движением руки. То есть в открытом положении они находятся вот так, калитка открытая. Легким движением руки они закрываются без прикосновения к замку. Все, они закрыты. Ворота очень надежные, очень крепкие. Для того, чтобы нам их открыть, точно так же, легким движением руки, мы открываем замок большим пальцем, указательными пальцами и приоткрываем. Направление двери может быть как от себя, так и на себя. Если вы хотите зафиксировать в одном положении, внизу есть солдатик, который вы закрываете, либо это будет дополнительной фиксацией служить, либо, убрав один солдатик в сторону, будет служить открыванием либо на себя, либо от себя. Вот так, в открытом положении. Все.